Кто приходит к нам в айкидо? Приходят дети. Их приходят родители, которые хотят, чтобы их ребенок умел то же, что любой тренированный подросток. Приходят взрослые, созревшие люди, которые понимают, сколько вы все не сиди, а сохранить себя можно только трудом на татами. Приходят к нам бывшие спортсмены ударных, бросковых видов. Их знания найдут у нас применение. У нас это все есть. Айкидо — это здорово. Я люблю айкидо. Зал – это потрясающая возможность для роста. Роста над собой. А, причем айкидо чем хорошо? Оно не вызывает никакой агрессии. В наше время достаточно агрессивное время. А дает именно ощущение не агрессии, а именно уверенности. Занимаясь айкидо, я чувствую себя намного энергичнее, увереннее, радостнее. Выходя на улицу, чувствую ощущение птицы, которая раскрыла крылья и может лететь. Все время тянет. Тянет на занятия, тянет узнать что-то новое, интересное. Ты учишься владеть своим телом, учишься выполнять приемы, но при всем при этом нет такого давления, никто от тебя не требует больше, чем ты можешь сделать в данный момент. Уверенность в себе на тренировках, она переходит и на обычную жизнь. И вот эта уверенность, то, что ты можешь, это очень важно в обычной жизни. Жизнь айкидо – это для меня единое целое. Интересно преподносится сам аспект объяснений. Я понял, что мы очень серьезно отличаемся от всего мира. Оказалось, что наши знания ставят нас в пару все время немного выше партнера. Дмитрий Александрович постоянно, неутомимо на каждом занятии борется за качество выполняемых нами техник. Это очень хорошо видно на заграничных семинарах, когда, казалось бы, первый или второй дан приезжает и работает наравне с третьим-четвертым даном в другой стране. Дмитрий Александрович потрясающую возможность нам дал разглядеть базовые техники немножко под другим углом. Его манера преподавания разительно отличается от манеры преподавания других стилей айкидо и просто других преподавателей. Четко каждое движение, каждый элемент, каждый бросок, все Дмитрий Александрович объясняет очень четко, очень ясно, очень логично. Полноценное общение, да, четкие объяснения, плюс очень слаженный, хороший, добрый, приветливый коллектив. Я люблю заниматься в своем зале. Я уважаю своего тренера за то, что у него такой подход. Он вселяет уверенность, жизнь. Я считаю, что это очень правильный подход, и нужно именно с этой стороны рассматривать айкидо. Дмитрий Александрович дал такую информацию, я могу только гордиться. Если вы пришли в нашу федерацию, то будьте уверены на все 100%, что вы пришли в правильную организацию, то есть вы встали на правильный путь, идите этим путем, не сомневайтесь, доверяйте своим руководителям.